Ничего необычного, тоже станция метро. Какая крутая. Елочки. Елочки. Приехали в Гамлостан. Тут где-то рядом живет король. Такая вот улочка. Красивая. Ну что за милашество, а? Это просто чудо. Пушка. Кто не понял, это смена караула у дворца Швеции короля. Прикольно. Dude!
Välkomna till dagens postomröstning på Kungliga slottet. Welcome to today's changing of the guards. Вид с моста на Стокгольм. Автобус, как в Лондоне. Лондон. Музей Скандинавии огромный. Классное здание. Вот этот музей самый знаменитый. С кораблем. Короче, этот корабль затонул в 1628 году. Очень-очень давно. И вот так вот он выглядел. Прикольно вообще. Часть истории. И через 300 лет они его достали из-под воды, вспомнили о нем и поместили его в музей. Хорошо он сохранился, это оригинал. Вот его маленький вариант. Картотень. Это старые-старые-старые денежки. Вот так вот они выглядели. Это вот так вот выглядела обувь. Вот это обувь. Вот выглядела женщина. Настоящая шведка. Очень, кстати, качественно сделана. В общем, даже не отличишь. Вот как строился корабль, затонувший. Такой этот мини-фильм. А это я, если бы я в 1060 году родилась, в 17 веке. Кричала бы бабульке из окна второго. А это вот фигурки, кто как выглядел в те времена. Это как корабль был закрашен. Вот тут немножко поближе уже корабль. С этой стороны. Прикольно, знаешь, что это прям вот настоящий корабль. Вот он прям стоит. Все до деталей. Вот так выглядит уровень этажа, с которого стреляли пушки. Вот, допустим, пушка, вот окно. Вот тут они стреляли.
На самом деле очень низко тут. Примерно как мой рост. 2 метра, наверное, всего потолок. Хожу по этажам и не пойму, с какого этажа. Все-таки более понятно, как он выглядит. Да, конечно, история... Сторис не передает. Не передает, как это все выглядит. Блин, ну и крутотень. Вот такие музеи мне нравятся. Хотя я к истории не очень отношусь. Не мое это, но вот это вот просто это. Нужно посетить, нужно увидеть своими глазами. Вот самая высокая точка, с которой можно посмотреть корабль. Dess vi kom mot Bäckholmen, där det alldeles föll på sida vid vattnet in genom kanonportarna. Till dess det så sakta gick... Вот так вот выглядел Стокгольм в 1627 году. Маленькие копии. Вот этот корабль самый огромный. Скелет кого-то, кто утонул в этом корабле. Не знаю, кем он был. Но скелеты остались. И не один. А их много.